Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении. Взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин предлагает Еревану финансовую помощь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на осведомленные источники. Сообщается, что Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также предоставить правительству Пашиняна рычаги для удержания армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана, от массовой эмиграции в страны ЕС. Экспертным мнением на эту тему с Баку ТВРУ поделился российский политолог Сергей Марков. Как мы и ожидали, к Франции активно подключаются другие страны Евросоюза, в том числе экономический гигант и экономический двигатель Евросоюза Германия. Вскоре активнее будет подключаться и различная экоструктура Евросоюза, там много организаций создано при нем. Все они имеют одну цель – оторвать Армению от России. А кроме этого, конечно, Евросоюз хотел бы и зайти на пространство Южного Кавказа для того, чтобы там реализовывать свои интересы. Евросоюзу очень хотелось бы, в частности, наложить свои лапы на азербайджанский нефть и газ, на другие природные ресурсы стран Южного Кавказа, Каспийского моря. Давно уже страны не Каспийского региона рвутся на Каспийское море. И приходится поэтому им противостоять. Понятно, что активное вмешательство стран Евросоюза, Франции, Германии и других дела Южного Кавказа, по всей видимости, принесет дестабилизацию на Южный Кавказ, потому что их главный интерес заключается не в стабильности, а наоборот, реструктурировать ситуацию на Южном Кавказе в свою пользу. Кроме того, хорошо известно, что Евросоюз и такие страны, как Франция, и Германия, и Британия, они прямо лгут, негативно интерпретируя действия Азербайджана, всячески пытаясь выградить Армению. Это несбалансированная, нечестная позиция стран Евросоюза, она привела уже к тому, что Евросоюз не рассматривается серьезно как возможный модератор в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном. Но, честно сказать, когда видишь активность немцев на нашей границе, хочется им сказать: идите лучше и читайте учебники про Вторую мировую войну, как мы совместно надрали вам уши в этих местах. Позиция Германии деструктивна. Но что делать с армянами, которые уехали с Карабаха и не знают, куда деваться? Ну что делать? Надо не мешать им вернуться к своим родным очагам и стать гражданами Азербайджана и пользоваться всеми теми правами, которые имеют все другие национальности в Азербайджане.